Камеры видеонаблюдения на избирательных участках Красноармейска, Родинского и Димитрова установят к концу этой недели. Об этом рассказал начальник одного из подразделений телекоммуникационной компании. Технику уже установили на 46 избирательных участках. Для видеотрансляции необходимо две веб-камеры и ноутбук. Два таких комплекта сегодня установили в одном из учебно-воспитательных комплексов Красноармейска. В день выборов здесь ожидают 4000 избирателей. По закону системой видеонаблюдения необходимо оборудовать места выдачи бюллетеней. Следить с помощью камер будут и за урнами для голосования. Будет полный контроль как со стороны руководства, так и со стороны обслуживающего персонала. Я думаю, что никаких сбоев проведения предвыборной кампании и выборной кампании у нас не будет.